Привет, дружочек, пирожочек, это Сафронов, и сегодня мы будем здесь удивляться, да? Потому что у меня сегодня нечто удивительное, а именно несъедобная птица. Нет, не птица, а пицца, которая выглядит как съедобная. Короче, я перепутал, я думал, что это сладкая пицца, потому что всячески мне казалось, что это мармеладная пицца от Ном Сюрприз. Вот так она выглядит, такая вот. Пицца-птица в виде всяких ном-ном чувачков. Ну, это, знаете, такие маленькие чувачочки, дружочки, маленькие прикольненькие игрушечки-фигурочки. И вот в данном случае это пицца. Заказал из Америки при помощи сервиса LightMF. Заказал. У нас такую я не встречал, да и дешевле она, даже если бы она у нас была или где-то есть, по-любому, потому что мне так реально выгоднее, удобнее, безопаснее. Вы также можете, ссылка будет в описании, если интересно, чем я пользуюсь, каким сервисом по доставке. На вопрос часто отвечает эта ссылка в описании. Ну, а здесь у нас вот, там же распаковка, кстати, большой по ссылке. Ну, а здесь вот такая вот история. Значит, это абсолютно оригинальная игрушка от MJ. Кстати, она, вы видите, вот она. MJ, это компания, которая выпускает LOL Сюрприз и много других игрушек. Они выпускают и трешовые, и прикольные. Ну, главное, что LOL, вы знаете. Вот, на картинке нарисован сет, который должен, в принципе, получиться, но в видео нам придется его готовить. Посмотрим. Здесь у нас одна какой-то пицца кусочек, точнее, один, что ли. Нужно сколько? Все эти купить, что ли? Не знаю. Пицца кусочек, дальше здесь слайм соус, топпинги, добавки, и можно сервировать вот это вот все дело. А также, вот что включает: 5 кусочков, 3 соуса, 14 добавок и 1 пицца-нож. Вот такие вот пиццы, я не знаю, то ли можно сделать, то ли бывают разные сеты, но я как просто увидел, заказал, вообще думал, что это сладость. И хотел, думал, к сладости. У меня был обзор на турецкие сладости для Америки, и также был обзор на чипсы, кранчи-чипсы, посмотрите во вкладке видео, там есть. А здесь я думал, что будет пицца мармеладная. Ну, потому что бывают такие мармеладные пиццы, которые нужно готовить как-то или что-то делать. Я видел где-то и думал, что это оно. Еще увидел, интересно, MJ, ном-ном, но нет. Это не съедобная пицца. Даже в ролике я там сделал упоминание такое. Итак, видите, тут даже написано «свежая пицца». Короче, сделан типа под коробку для пиццы. И открываем, смотрим, что внутри. Так, смотрим, открываем. Ой, у меня как-то неправильно открылось, неконцептуально. Во, вот так должно открываться. Вау, какое все яркое. Какое все прикольное, смотрите. Ой, ароматизаторов тут сразу запахло разными фруктовыми и различными ароматами. Вот так вот выглядит у нас здесь внутренняя часть. Здесь у нас вкладыш, сейчас посмотрим. На вкладыше описано, ну, наверное, кто чего. Так, есть тут еще также описание. Ага, у нас наши топпинги в сюрприз вот в этих слаймах. Это прикольно. Дальше, вот такой надкусанный, смотрите, классный какой, надкусанный листочек с описанием, и вот тут всякое, тут есть, видите, наверное, вот эти попадутся. Давайте, ладно, не будем спойлерить себе. Тут, тут могут вариации попасться какие-то, видите, их много-много разных, и они как бы как сюрпризные могут попадаться разные фигурки, разные, я так понимаю, всякие штучки, из которых мы можем готовить. Сама пицца и нож, и пакетики сюрприз. Давайте посмотрим на нож вначале. Пицца-нож нам поможет. Сейчас, пока его заменила морковка. О, боже, как он плохо сделан. Как он плохо сделан. Видите, сделан с экономией пластика. Здесь выемка. И здесь облупился вот этот вот, эта краска. Видите, я кручу, и она слезает. Это очень плохо, MJ. Это очень плохо. Так делать нельзя. Когда игрушка ломается, ну, то есть не портится прямо. Видите, эта краска. Даже мы даже не поиграли, она уже типа испортилась. Ну ладно, может, все остальное будет хорошее. Слушайте, а вот эти кусочки пиццы, они, во-первых, сделаны каждый как какой-то зверек, но они резиновые, и снизу здесь еще, видите, можно собрать, если собрать эту пиццу, то получится вот такая вот история, какая-то надпись там. Они разные, это типа медвежонок, этот похож на зайчика, этот такой вот какой-то котенок, ну, я так предполагаю.
Это все, конечно, такое миленькое, аккуратненькое. Это надкусанная пицца зайчика, которого, типа, не очень рад, что его, по-моему, надкусили. И какой-то еще недовольный зайчик или кто-то такой. Какой-то медвежонок, который орет. Я пицца! Я пиццу! Дальше тут вот у нас всякие штучки. И здесь у нас соус. Ладно, давайте начнем с штучек, смотреть, что внутри. Открывается ли это по-человечески как-то, или придется морковкой вскрывать все. Морковкой будем вскрывать. Будем смотреть, кто нам попался. Хорошо, по очереди попался вот такой непонятный зверек. Это топпинги, добавки, типа, на эту пиццу. То есть у нас такая немножечко она живодерская пицца. То есть мы будем немножечко есть каких-то живых существ. Не знаю, им нравится это или нет. Шму. Какие у нас получились мифологические существа, которым нравится, что их едят. Вот такой еще один кричащий. Видимо, ему не очень нравится. Такая вот кричащая добавочка. Давайте их буду выкладывать вот сюда, чтобы мы поняли, сколько у нас и каких попалось. Пока мне не очень нравится, что они одноцветные. Будут ли какие-то другие? Было бы прикольно посмотреть. О, о, какой-то полупрозрачный, наверное, редкий. Мини-медвежонок мармеладный, я так понимаю. Дальше. Кто? Кто же здесь прячется в этой упаковочке? Открываем и видим, что здесь еще один мармеладный. Ну, это, да, типичные gummy bears. Знаете, такие желейные медведи, которые... Не который канал Валера, да, а которые... Желейные медведи, ну, просто, типа, мармеладки. Я думаю, что все их знают. Это, типа, что вот первое было, ну, непонятно какие-то, да. Здесь мармеладные мишки. Пока не очень разнообразные образы, да, такие. Два одинаковых. О, какая-то... Видимо, какая-то ягода, да, в виде зайчика. И они сделаны, кстати, немножечко по-разному. Это более плотная резина, здесь более мягкая, но все равно забавные чувачки. Типа шопкинсов, но не шопкинсы. О, во, вот этот классный котик-огурец. Смотрите. Это котик, который огуречек. Прозрачный, ну я так понимаю. Или это желейный боб, может быть. Ну, там наверняка написано, но инструкция для слабаков. А здесь мы смотрим, вау, здесь мы смотрим, как есть. Это морж, я не знаю, кто это. Слушайте, мне кажется, нужно перестать пытаться гадать, кто есть кто. Просто смотрим и все, как они выглядят. Просто такой чувачок, такая штучка. И в итоге из этого надо еще попытаться сделать пиццу. Так, о, вот это прикольно, вот это гриб. Смотрите, это шампиньон, мини-шампиньончик. Вот такой, похожий на тоже какого-то медведя, на какую-то зверюшку. Ну, тут условно какие-то не все похожи на медведи. Какие-то, знаете, мутировавшие медведи в еду. Вау, вот это вот классный, вот пошли просто замечательные. Вот это просто отличный. Смотрите, половина помидора с семечками, с зеленым типа бантиком. Это как зеленая вот эта его штучка. Вот это вот все такое. Так, а это у нас кто-то еще. Кто же попадется? О, как... а, это типа фрикаделька. Фрикаделька, котик фрикадельки. Какой-то, да? У него фрикаделька в соусе. Сверху соус типа волос у него получился. Так, и последний у нас из этих вот коробочек. Сейчас тоже взглянем. О, тоже отличный. Это перчик. Сладкий перчик зеленый. Сладкий перчик. Тоже с ушками, с глазками, с носиком. Вот с этим вот всем. Да. А что пахнет? Вот они не пахнут же, да? Ну-ка. Нет, они никак не пахнут ничем. Пицца сама. А, пицца пахнет. Вы слушайте. Ванилью. А другой кусок? Похоже. А третий кусок? Да, они все вот, вот эти штучки ароматизированные таким каким-то, то ли ванилью, то ли каким-то шоколадом. Не очень точно могу понять. Помните, у меня были щеночки такие, которые превращались в булочки. Вот они пахли очень классно. Здесь чуть похуже ароматизатор. Так. Три вот этих вот вставки, больше все ничего нет. В целом коробку можно убрать. И, ну, пока я не выкидываю, потому что, я так понимаю, можно все обратно сложить для переигровки в это во все. Пицца-соус. Открываем первый пицца-соус.
Сюрприз внутри. А, еще внутри должен попасться нам какой-то. Здорово, что есть упоминание, что нет, не надо есть. И что есть крышечка, и что это еще и крышечка, тоже не выкидываем. Внутри вот такой слайм, оно супер густой, и он в блестках весь. Посмотрите какой. Блестки, правда, будут везде, повсюду, я так думаю. Слишком густой даже, наверное, слайм. Наверное, надо для соуса не очень подходит, зато от него отлично, он отлично отлипает от фигурки. Внутри фигурка в виде, я так понимаю, это шоколадка или печенье какое-то, вот такое. А сам слайм, видите, блестки у него, он долго, наверное, стоял, блестки вниз все сместились и загустел. Может быть, если его размять, с ним поиграть, он потом станет более жидким, но пока как его лить, не очень понятно. Давайте пока я его оставлю где-нибудь здесь, коврик. Теперь будет в блестках отныне. Видимо, после него. Следующий. И этот наверху почему-то оказался. Так. Тут был как-то немножко внутри. Золотистый, что ли? Я не понимаю, какой это цвет такой. Вот этот более жидкий слайм. А, вот чуть хуже, кстати, отлипает из-за этого. Но тоже нормально. Тут просто еще текстурированная вот эта штуковинка. Я так понимаю, это ветчина в виде собачки. Привет китайцам. Кто понял шутку, тот понял. Ладно, в общем, такая себе, да? Здесь тоже положим. И третий наш сюрприз с топпингом внутри. И это. И это. И это. Розовый слайм. Что-то у меня тут блестки, что ли, попали или что? Непонятно. Так, розовый слайм, и внутри тоже какой-то, то ли должен быть ананасик, то ли кто, но вот такой вот мини-медвежонок полупрозрачный. Вот такие вот у меня попались. Такие попались. Все остальные, которые могут попасться, вот они, разные шоколадки, разные. Вот такого, да, у нас нету или есть. Таких вот нету. В общем, да, тут действительно очень много. Разные помидоры еще могут быть. Но, кстати, мне самые прикольные попались эти вот, вот эти вот. Они не делятся на редких, нередких, непонятно, да? Слаймы тут вот они подписаны, кстати, что, какие, где. Масло, типа мед, вот что белое с блестками, это маршмеллоу. Пахнет, кстати? Ну нет, если честно, пахнет обычным слаймом. Вот как ниндзя слайм примерно, только менее ароматизированно. Кстати, лучше бы положили вот такую штучку. А может быть, она в каких-то других наборах? Секретные слаймы. Наверное, могут попасться и другие. Или это где-то в других наборах. Смотрите, видите, яйцо, мороженое. Ну да. Так, вот этих нет. Видимо, это какие-то другие, другие штуки. Тут, видите, печенье еще могут быть. Вот такие сэндвичи. И большие всякие такие штуки. Ну и как мы готовим, соответственно, пиццу. Вот берем... Значит, нашу складываем, давайте, пиццу. Соответственно, значит, нужно взять соус. Давайте возьмем вот этот соус. Вот так вот на эту пиццу положим этот соус. Не хочу смешивать, просто положим сюда. И дальше выкладываем наши топпинги вот сюда. Добавки. Перчик. Пусть будет мясная у меня такая, с помидором, вот у меня такая мясная. То есть можно сделать, видите, мясную, вот это у меня тут не сладкая, типа пицца получилась, да, с розовым соусом. Ну, это, наверное, такой розовый томат. Ну и возьмем, давайте, вот эту штуковину, получится ли разрезать. Ну нет, это, конечно, здесь, эта штуковина еще и добавляет свои ошметки вот этой краски в этот слайм. Берем, зато будет прикольный эффект, как будто сыр тянется, смотрите, и тянет все за собой. Вот такую можно сделать что-то, можно добавить другие топпинги. В этом есть какой-то прикол, да, согласитесь, но что-то все не доработано, немного, немного. Так, посмотрел на Амазоне, она сейчас без всяких скидок стоит $19, ну, вы можете сами умножить, примерно 1500 такой набор. MJ все, в принципе, дорого, но я, по-моему, брал по скидке, и вообще стараюсь все брать по скидке, где-то бывает 30, 40, то 50% скидки на такие штуковинки. Я думаю, что долларов за 12-13 можно смело ее урвать на какой-нибудь распродаже, и в целом
целом это нормальная игрушка, прикольная, довольно, ну, по большей части, 90% тут сделано все качественно. Кроме самого неприятного впечатления от вот этого. Внешний вид в итоге пиццы получается классный. И здорово, что это, в эту можно играть снова и снова. Если бы это была одноразовая пицца, когда там что-то вот готовим, смешиваем и все, то было бы, наверное, грустненько. Только единственное, что если вы смешаете слаймы, ну, цвета вот эти вот потеряются. Но мне кажется, в этом концепции разных этих баночек. И потом все это можно вот так сложить и убрать обратно в коробку, все это обратно запихнуть, все это хорошо, компактно складывается, поиграли и убрали. То есть игрушка реиграбельная, что для MJ это хорошо. И в целом милые чувачки, для любителей всяких шопкинсов, для любителей таких милых игр, в целом это прикольно, мило и даже так антистрессово немного, потому что вот эти, видите, можно их насыпать, сюда сложить и вот эти вот рассыпать, как вот в пиццерии, знаете, там типа лежат. Вот так, вот так, вот так. Можно свои какие-нибудь топпинги сюда добавлять. Опять же, тех же самых шопкинсов, правда, они побольше будут здесь немножечко нелепо выглядеть. Но в целом, по большому счету, наверное, похвалю эту штуковинку. Она позитивная, она прикольная. Она стоит, если там в районе 1000 рублей за такую игрушку, это нормально. Красивая, яркая коробка. Можно пособирать, можно даже парочку таких взять, если хотите больше этих вот всяких штук. Хотя, я думаю, что одной достаточно будет и всяких вот приколюх посмотреть, если где-то есть отдельно, они продаются, может быть, то их можно взять. Коллекцию необычная игрушка, прикольная, мне понравилось. То есть мне, я доволен для своей коллекции вам показать, показал какую-то годноту, приколюху, не кукла, не... какой-то трэш, ничего-то такое, а иногда что-то приятное, даже тактильно и ароматические приятные впечатления, и визуальные. Здесь, ну, как бы, в целом классно. Единственный косяк, конечно, с этим пицца-ножом, он прям портит немножечко впечатление общее. А так, рекомендую, если вдруг захотите, на Амазоне берите, ну, или если где-то кому-то у нас она попадется, то в целом знаете теперь, что это дело ваше выбирать. Я лишь показываю вам, как новостной блог, новостной сайт, какие есть игрушки, рассказываю хорошие, плохие, прикольные, ржачные, трэшовые или просто обычные. И там для мальчиков, для девочек, для всех, для ребят, для взрослых, для детей, кто хочет игрушки вообще для всех. Жду вас снова на канале, подписывайтесь, в описании ссылка, ссылки вообще много там положительных, на Авито это выставлять не буду, это себе оставлю, ну, классная тема, мне кажется, вряд ли, необычно, оригинально, я бы так сказал, оригинально, вот, на этом все, пока-пока.